Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. В Барнауле эвакуировали 28 человек, в том числе 8 детей. Есть погибшие. Таковы последствия сильного пожара в многоквартирном доме. ЧП произошло в ночь на 13 января на улице Панфиловцев. К моменту прибытия спасателей открытым огнем полыхала квартира на 9 этаже. Пришлось привлечь 7 автоцистерн и 37 человек. Жители одного из подъездов даже эвакуировали, но владельца горящей квартиры, мужчину 1967 года рождения, спасти не удалось. От огня в общей сложности пострадало 108 квадратных метров. Предварительная причина ЧП – неосторожность при курении. Добавим, с начала года в крае произошло больше 220 возгораний, в которых пострадали 19 человек. Наиболее характерные причины происшествий все те же – проблемы с печным отоплением и электрооборудованием. Но чаще всего пожары с трагическими последствиями происходят из-за неосторожного обращения с огнем. МЧС по Алтайскому краю призывает жителей региона быть предельно внимательными при обращении с огнем. Но мы продолжим. Ипотека в России, в том числе Алтайском крае, становится дороже. Один из крупнейших банков страны сегодня повысил ставки. По мнению экспертов финансового рынка, до лета проценты по займам на жилье поднимет большая часть банков страны. Такая тенденция – следствие увеличения ключевой ставки Центробанка. Напомним, она выросла в декабре прошлого года на 0,25% и сейчас составляет 7,75% пунктов. Что касается новых ставок по ипотеке, то в первые дни нового года их принял банк ВТБ, а 14 января Сбербанк России. В ближайшее время увеличить ставки по жилищным кредитам планирует и банк Открытия. Удорожание ипотеки, считают эксперты рынка недвижимости, приведет к постепенному падению потребительского спроса. Иными словами, жилье станет менее доступным. Сотрудники прокуратуры в минувшую субботу отмечали профессиональный праздник. Мы решили рассказать о человеке, который отдал этой службе всю свою сознательную жизнь. Николая Брюханчикова коллеги называют легендой Алтайской прокуратуры. В гостях у ветерана побывала и наша съемочная группа. На этих черно-белых фотографиях молодой Коля и Евдокия. Познакомились еще в студенческие годы. Стали друг для друга опорой и поддержкой на всю жизнь. Через месяц супруги Брюханчикова отметят 57-ю годовщину со дня свадьбы. Николай Иванович признается, что его жена настоящая героиня. Переезжали, и это все ложилось на ее плечи. Книги, барахло, гарнитуры и так далее и тому подобное. Поэтому мы перед своими женами в большом долгу. 32 года в прокуратуре, из них несколько лет на ядерном полигоне Семипалатинска, после реабилитации на Кавказе. Он помнит все даты, награды, имена своих коллег, которые о Николае Брюханчикове тоже не забывают. От всей души, с днем прокуратуры. Спасибо. Долгих-долгих нам лет сотрудничества. Он коллекционирует монеты, пишет стихи и знает несколько иностранных языков. Заикаюсь на японском. Анохита ваку сига хикуй, как говорят. Я скромный человек, поэтому занимался немецким в школе и в институте. Занимался английским. Легенда Алтайской прокуратуры. Любимый муж, преданный семье и профессии. Завтра супруги обязательно соберутся за праздничным столом, а Евдокия, как всегда, подарит Николаю что-то скромное, но очень дорогое. Куплю ему рубашку свеженькую обновить, то самое по-домашнему, тапочки. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Движение через площадь Сахарова откроют 17 января. Сегодня строители начали разбирать снежный городок и главную елку города. Как сообщили в городской администрации, в первую очередь снимут 5-километровую гирлянду, которая украшала всю площадь. За 3 дня монтажники вывезут более 500 кубометров льда, которые использовались для строительства фигуры горок. Конструкцию ели и новогодние украшения отправят на хранение до следующего Нового года. А вот снежный городок на улице Молотобольская будет работать до самой весны, пообещали в мэрии. Ограничение по возрасту 18+. Эротизм в творчестве художников 20 века представили в музее «Город». Все эти экспонаты собраны из частных коллекций Европы. Всего 64 картины. Пабло Пикассо, Анри Матисс, Гон Шиле и другие авторы, которые считали тему любви, духовной и телесной, одной из ключевых в своем творчестве. Откровенные полотна будут красоваться на стенах Барнаульского музея «Город» до середины февраля.
20 век, вы знаете, был век революционный. И поэтому в том числе и в художественном творчестве. И вот в изобразительном искусстве тема эротики становится символом процессов, которые происходили и характеризуют духовное состояние и человека, и общества. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте» «Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте» «Эвалар». Почувствуйте разницу. Практически на всей территории края ясно, морозы начнут спадать. В Бийске 15 ниже нуля, в Рубцовске 12, в Белокурихе до 7 мороза, в Барнауле ясно и до 15 ниже нуля. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Это все новости к этому часу, полная картина дня в вечернем выпуске новостей. До встречи.